Чебоксары – спортивная столица. Неспроста наша республика была выбрана для проведения форума «Россия – спортивная держава». Одним из ярких и запоминающихся этапов данного масштабного спортивного мероприятия был спортивный бульвар. На целых 4 часа центральная улица города Карла Маркса превратилась в площадку, где различные спортивные организации и федерации демонстрировали горожанам и гостям столицы те или иные виды спорта и активного отдыха. Всего более 30 тематических площадок. Боевые искусства, шахматы, парашютный спорт, авто- и мотофедерации. Об этих и многих других спортивных организациях нашей республики можно было узнать в рамках спортивного бульвара. Можно было взять визитку, а позже связать свою жизнь с понравившимся видом спорта. А можно было сразу попробовать свои силы, например, в меткости. На одной из площадок ребята смогли сыграть во всем известную игру Angry Birds. Цель – сбить злую свинью плюшевой птичкой. Чувашская автомобильная ассоциация, аккредитованная в Минспорте Чувашии по проведению автомобильных гонок, провела показательные заезды на центральной дороге возле дома МОД. В данной ассоциации состоят как совсем юные ребята, они начинают с картинга, так и взрослые, именитые спортсмены. Направление – это ралли, направление – кросс, направление – трофи, направление – дрэк. Две машинки были выставлены. То есть практически весь автоспорт представлен нашей федерации. А в рамках сегодняшнего мероприятия? Сегодняшнее мероприятие в рамках международного спортивного праздника вот мы проводим показательные выступления всех практически наших направлений. Там были представлены машины трофи, они здесь не ездят, потому что они большие, они не для этого предназначены. А здесь скоростные машины, которые занимаются ралли, которые занимаются кроссом, которые занимаются картингом. Представляют показательные выступления для того, чтобы каждый зритель мог увидеть, почувствовать эти скорости. Федерация тайского бокса образовалась в нашей республике в 2011 году. Уже в 2012 была официально зарегистрирована в Минспорте. За 3 года существования федерации наши бойцы завоевывали на всероссийских и российских соревнованиях, были финалистами и призерами таких представительных турниров. Допустим, если сравнить бокс, кикбокс и тайский бокс. Тайский бокс отличие значит. Есть преимущество ударной техники. Кроме рук присутствуют удары локтями, коленями и ногами. Не зря это вид спорта называют бой восьмируких. Потому что с любой позиции можно наносить удары. Хоть с длинной дистанции, с короткой и средней дистанции. А уже на Чебоксарском заливе проходили массовые эстафеты. В ловкости и скорости боролись семейные команды. Команда семьи Марьяшкиных в своем забеге прибежала первой. Результаты стали известны после забега всех 150 команд из детских садов. Эстафета им очень понравилась. Были и определенные сложности, но спортивный дух плюс группа поддержки сделали свое. Ура! Проходили эстафету. Сам я об этом не был, я первый раз. Я что-то не додумался. Это проверить все. И когда залез, вообще не туда пошел. Чуть не вылетел из этого, из батута. Потом увидел другую. А что за эстафета вообще такая была сейчас?
там сначала полоса препятствий, потом матрешка, белка, колесо, рулинг и, как эти назывались, лошадки. Лошадки. Да. Еще много показательных выступлений было в этот день. Спорт объединяет людей. На сегодня в единую спортивную столицу. Руслан Иванов, Павел Андреев. Проект «В ритме жизни».